В Одинцовском городском округе реализуется программа по ремонту отделений Почты России. На данный момент работы завершаются в поселке Усово-Тупик. На объекте уже выполнен ремонт фасада, заменены окна и двери, а также внутридомовые инженерные коммуникации. Скоро сюда завезут брендированную мебель. Как рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов, открытие первого отремонтированного отделения Почты России в округе в этом году планируется 10 апреля.